И к другим темам. Прокуратура республики выявила необоснованное завышение на 20% цен на мясную продукцию торговым домом «Турбослинский бройлер». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Помимо этого, сразу две розничные сети «Альдо» и «Лукошко» нарушили меморандум об ограничении наценки на социально значимые товары, который ранее был подписан ритейлерами. Руководителям компаниям вынесли предостережение. Розничные торговые сети «Альдо» и «Лукошко» в нарушении подписанного меморандума о принятии мер по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости не соблюли его условия, в том числе установив в магазинах завышенные ценники на определенные товары и получили необоснованные преимущества перед другими продавцами. В целях снижения цен на продовольствие принято решение продлить выдачу субсидий пекарням. В этом году местные производители хлеба получат из федерального бюджета 63 миллиона рублей. На региональном уровне принято более 30 различных мер поддержки бизнеса по части льготного кредитования и снижения административной нагрузки. В агропромышленный комплекс Башкортостана ожидается вливание не менее 4 миллиардов рублей.